Порой детские путешествия, поездки и приятные моменты в дни каникул запоминаются на всю жизнь. Вряд ли быстро забудут необычную экскурсию и саратовские ребята из православного лагеря «Солнечный». Они побывали в Таманской дивизии ракетных войск стратегического назначения. Показательное выступление перед юными гостями провели бойцы батальонов охраны и разведки ракетной дивизии. Продолжат наши коллеги из Саратовской метрополии. Ребята из православного детского оздоровительного лагеря «Солнечный» едут на экскурсию в ракетную Таманскую дивизию, дислоцированную в поселке Светлый. Неожиданно колонна останавливается. Детей просят выйти из автобусов и пройти на небольшую возвышенность. Внезапно по колонне военной техники открывается огонь из автоматов. Военные занимают оборону. Завязывается перестрелка. Бой длится недолго. Через несколько минут все нападавшие рассеяны. Ребята в восторге. Сюрприз, устроенный руководством военной части, удался. Офицеры нашей дивизии относятся к выполнению задач всегда с творческим подходом. Отделение в бою, колонна на марше, защита от нападения диверсионной группы. Вот. Такого еще ни разу не показывали детям. Ну и мы с вами даже сегодня видели. Они смотрели в оба, как говорится. Продолжается экскурсионная программа уже на учебном полигоне военной части, где солдаты рассказывают ребятам о современном вооружении российской армии и показывают его в действии. Только демонстрации программу не ограничивается. Сегодня сбывается мечта многих мальчишек. Им не просто дают потрогать настоящее боевое оружие, но и дают из него пострелять. Автомат Калашникова, пулемет, гранатомет – вот далеко не полный список того оружия, выстрелить из которого сегодня может любой воспитанник «Солнечного». Даже девчонки с удовольствием примеряют на себя мужскую профессию – защитника Родины. Сначала было очень страшно, потому что нереально оглушает. Вот. Но потом, когда ложишься, уже понимаешь, что после первого выстрела ты ничего не слышишь. И плюс еще ружье само горячее. И боишься, боишься обжечься и все такое. И... Правильно, адреналин. Для девочек это, наверное, очень ново. То есть, ну так, мальчики там стреляют, в армию ходят, чтобы девочки, мне кажется, почувствовали, вот как это, вот быть на месте мальчиков, как это защищать нашу Родину. Защищать Отечество – профессия христианская. Ребята понимают, к этому православный человек должен быть всегда готов. Только священнослужители не имеют права использовать оружие, даже на войне. После стрельб – традиционная солдатская каша и чай из полевой кухни. Дружба и сотрудничество между православным лагерем «Солнечный» и Таманской ракетной дивизии длится уже более 5 лет. Экскурсии организуются каждое лето, один раз за смену. И, конечно, дети всегда ждут этих поездок.